В Минске завершился чемпионат республики по футболу среди инвалидов ДЦП. Команда Минской области из борисовского клуба «Гефест» заняла второе место. С призерами чемпионата пообщался Никита Дементьев. Вот уже более 10 лет они играют вместе и всегда становились призерами соревнований. В финальном этапе чемпионата борисовской команде пришлось сразиться с сильнейшими соперниками из Гродно, Гомеля и Минска. Уровень очень сильный, особенно команда Минска, команда Гомеля. Ну, сильный уровень. Но наши тоже молодцы. Вот ребята тренируются. Но в основном тренируются они каждый у себя. Так как своего спортзала, позволяющего проводить футбольные тренировки, в Гефесте нет, готовится команда к соревнованиям в школьных спортзалах. Но это, как утверждает тренер, не главная нужда. Нужда в членах клуба, спортсменах-инвалидах. Их тяжело помните, выявить, тяжело выловить. Ну вот зазываешь, они не хотят идти. Одна проблема – это в людях. Ну, не хотят заниматься, понимаете, они не понимают, понимаете, пока вот маленькие дети, понимаете, они не понимают. Это должны вот родители, понимаете, их понять и привести ребенка заниматься. Капитан команды Евгений Гречишкин спортом занимается уже давно и утверждает, что для здорового образа жизни нет никаких преград. Главное – желание. Спорт надо, или, как говорится, спортом надо или болеть им, или, как говорится, так не заставишь людей идти в спорт. Надо с детства заниматься спортом, любым способом, неважно, футбол, там, плавание. Главное, чтобы была какая-то цель – идти целенаправленно к своим, к вершинам, как говорится. А результаты не заставят себя долго ждать. Тренируемся в основном, инвалидами не собираемся много людей. Тренируемся в основном среди, здоровых людей. Нормально они нас воспринимают. Как говорится, идет и адаптация в нормальную среду людей, и чувствуем себя более-менее полноправными людьми. Общество имеется в виду. Следует отметить, что футбол – это далеко не единственная спортивная дисциплина в клубе. У нас вообще не один футбол. Мы вообще работаем с 91 года. Понимаете? Это 7-й клуб в республике. То есть Минск отдельно, Могилев отдельно, а мы Минская область. У нас 15 видов спорта. Буквально завтра уезжают шахматы и шашки на республику Могилев. Плавание, легкая атлетика вся, армрестлинг на руках, пауэрлифтинг, жим штанги лежа, лыжи есть даже. Та вот самая Людмила Волчок, многократная чемпионка республики, паралимпиад, у нее, по-моему, больше 5. Она была участницей нашего клуба, понимаете, не Минска, не Гомеля, она выходила с клуба «Гефес», Людмила Волчок. Помимо спортивной деятельности, ведется большая работа в социальном направлении. В 2017 году было создано объединение помощи инвалидам с ДЦП. Целями нашего объединения является это всесторонняя поддержка инвалидов с детским церебральным параличом. Что в это входит? Это законодательно-правовая база, потому что зачастую инвалид, который имеет диагноз детского церебрального паралича и какую-то группу, он знает только о том, что ему скидки на лекарства там и какие-то социальные выплаты. То есть я имею в виду пенсию. А вопросы трудоустройства более широко законодательная база, зачастую эти люди просто не владеют юридической информацией. Социальная поддержка, то есть это закупка продуктов питания, каких-то вещей, витаминно-минеральных комплексов, может быть, когда получается, даем денежное удовольствие. Дело в том, что зачастую люди, боятся, ведут замкнутый образ жизни, но люди с ограниченными возможностями, это не говорит о том, что ты ущемлен в каких-то правах. Наоборот, спорт, он сплочает людей и помогает влиться в среду здоровых людей для того, чтобы почувствовать себя равным и полноценным гражданином нашей страны. Никита Дементьев, Лев Машкетов, телекомпания «Скиф».